Всем привет, меня зовут Людмила. Сегодня видео будем делать осенний венок. Моя средняя дочка, так же как и я, занимается видеоблогингом. И она хотела украсить свою комнату по-осеннему. Поэтому сегодня сделаю веночек, так сказать, для антуражу. Для этого буду использовать... У меня вот такое пенопластовое кольцо с сайта Лентов. Одно из распаковочек было. Такой вот глиттерный фоамиран. Всякие неприродные материалы. Вот это, например, от ореха макадами, скорлупа. Очень вкусненько, кстати. Это я делала венок на Новый год из силикон-заши. Остались лепесточки. Это серединка, также с сайта Лентов. Сделаю хлопок, пару соцветий из ваты. Это такие вот ароматические саше, какие-то ежики, я не знаю их название, честно сказать. Также поискала у себя в запасах хомячьих. Такие сердечки фетровые нашла. Основу буду оплетать парчевой вот такой лентой. Она очень красивого оранжевого цвета, осеннего. Подходит, кстати говоря, к этому глиттеру. Всякие ягодки, какие-то из них с сайта AliExpress, какие-то с Лентова. Вот эти вот ягодки, кстати говоря, очень похожи. В детстве, может быть, кто-то так же, как и я, бегал, такие шарики собирали по осени, особенно со школы, когда идешь, собираешь такие и лопаешь, громко-громко хлопают. Вот очень похоже. Также у меня с распаковки сайта Лентов тоже такие листики, вот бархатные. Мне они очень нравятся, хочу использовать их в этой венке. Ну, и здесь еще как раз для соцветий хлопка сделаем вместе. Ну и, конечно, веревочку. Итак, давайте приступим. Для начала в поисковике на компьютере я ввела осенние листья шаблоны. И практически там первая самая картинка. Вставлю где-нибудь. Просто с экрана срисовала, приложила листики, срисовала, какие мне понравились. Давайте вырежем их. Я вырезала листики, и теперь нужно им придать немного объема, потому что они смотрятся плосковато, как бы неинтересно. Для этого просто карандашом, обычным простым, с обратной стороны фоамирана, нужно провести такую линию, довольно уверенную, глубокую, и повторить как бы скелет листика. И просто-напросто согнуть его внутрь. И получается такой объемненький листик. Клеим основу парчевой лентой. Сделаем соцветие хлопка из сухоцветов и ваты.
Не забываем о веревочке, чтобы подвешивать наш венок.